Вот, друзья, видите, добрые люди отдали елочки, которые не сумели реализовать, парку. И теперь вот их с удовольствием кушают питомцы тайгана, альпаки и другие. Потому что был целый скандал в Симферополе. После Нового года торговцы прямо на улице, на елочном рынке, бросили, и было много возмущений у горожан. Представьте, Новый год прошел, и что, елки можно бросить посреди улицы? Вот такая безответственность у елочных торговцев некоторых наблюдалась. А некоторые, видите, елочки привезли и отдали в парк. И вот теперь питомцы тайгана с удовольствием кушают. Хвоя, она очень полезна. Вот, видите? Все зависит от человеческого фактора. Там, где хозяйский подход, там все нормально. Поэтому предложение ко всем торговцам елочками на следующий год: то, что не продали, везите в парк Львов-Тайган. Такой молодой, не стриженный.